ловушка. Не поняла. Там, кстати, две большущих сумки красной смороды привезли. Приходится резать, дырка маленькая. Скажи, арбуз не входит. А чтобы к ним попасть, нужно вот на той половине ее зафиксировать, вот этой вот закрыть, здесь вот, вот этот болт открутить, решетку поднять, ну там замочек еще снять. И только туда можно вот так залезть. Поэтому каждый день к ним не лазят. Очень сложно. Ладно, жуй свой арбуз, я пойду. Волги арбуз попихнул. О, каши нет, все. Каша кончилась. Это десерт у нас, десерт. Лапушка, чтоб я так жил. Каша на красной рыбе. Десерт.